Россия, безусловно, помогает украинским беженцам, и это, я считаю, что хорошо, потому как это не помешает в рабочих местах. В частности, москвичи и россияне очень многие не хотят работать. Я не знаю почему, но украинцы, приезжая там, молдаване, таджики, работают гораздо лучше и выкладываются по полной. Я считаю, что это будет стимул для русских людей стараться выкладываться по полному, а не сидеть на шее у государства.